Привет, друзья, с вами Владимир Шемит. Нахожусь сейчас в Кургаде на отдыхе со своей семьей. И в этом видео мы с вами разберемся, какая же температура водички в Кургаде в ноябре месяце. Мы посмотрим, какая температура воды в море. Мы посмотрим, какая температура воды в бассейнах. Тем более, есть бассейны с подогревом и без подогрева. И это реально очень важный момент и нюанс. Особенно, если вы собрались отдыхать в Египте зимой, не только в Кургаде, либо в Шарм-эль-Шейхе. Бассейны обычно зимой очень-очень холодные. Да, и в море водичка опускается там до 24-23 градусов. Поэтому каждый турист должен понимать и знать этот вопрос. Какая же температура воды, когда вы отправляетесь на отдых в Египет зимой, друзья? Мерять мы будем с помощью вот такого вот электронного термометра. Возможно, произведем дополнительную замеру с помощью обычного термометра, ну, для более точной температуры, чтобы понимать, есть ли большие отклонения или нет. Сейчас на улице, ну, на пляже очень ветрено. Вчера, допустим, ветер был намного слабее, но сегодня очень ветрено. Я даже не знаю, насколько качественно запишется этот звук. Вроде бы использую внешний микрофон с ветрозащитой специальной, но ветер реально очень сильный. Ветер может быть, может не быть. И вы тоже это должны понимать. Вы никогда в жизни не угадаете, когда будет ветреная погода, либо безветренная погода. Безветренная погода, друзья, будет только в номере. В это 100%. Все остальное, то, что вы там хотите где-то узнать, там ветрено или не ветрено, как было или будет, друзья, это все полная фигня, абсолютная фигня, потому что ветер не зависит от того, что вы где-то спрашиваете. Тут только исключительно повезет или не повезет. Так что погнали в водичку, посмотрим температуру водички в море. И первое, что я вам показываю, ребят, это температуру воздуха. То есть, вот я включил термометр. Сейчас на улице, на пляже мы имеем 28 градусов тепла. И это ноябрь месяц. Возможно, даже я сделаю вам замер температуры и в декабре месяце. Ну, это в других моих видео. Если это я сделаю, то я вам все покажу. А сейчас вот получается 25 ноября. И мы имеем в... Сколько у нас сейчас? В 11 часов 21 минуту дня температуру воздуха 28 градусов. Ну, а теперь идем в водичку. Значит, смотрите, в чем суть, ребят. Я сейчас нахожусь на внешней стороне пляжа. То есть, есть лагуна в нашем отеле, но я сейчас нахожусь на внешней стороне. Ну и, в принципе, вот я зашел в воду, водичка относительно, ну, такая, как бы чувствуется, что не парное молоко. Но давайте сейчас посмотрим, какая же температура. Пускай плавает. Сразу опустилась на 26 градусов. 25 градусов. Так, я думаю, наверное, где-то она есть, 25 градусов. Да, 25. Ну, термометр, он электронный, то есть датчик срабатывает быстро. И, конечно же, ну, относительно он точную температуру показывает. Но, ребят, сейчас мы чуть-чуть его покупаем, этот термометр, и посмотрим потом еще с помощью обычного. Ну, на самом деле 25 градусов водичка, это, конечно, классная. Вот. Это не самая теплая, которая бывает. Допустим, в Шарм-эль-Шейхе водичку я мерил тоже в ноябре месяце в прошлом году. Но я ее мерил в лагуне. То есть
в заливе Шарм-эль-Майя. Там обычно водичка в Шарм-эль-Шейхе самая теплая. Ну, еще в Нама-Бэй тоже, конечно, теплая водичка. Но в Шарм-эль-Майе, то, что я мерял в прошлом году, водичка оказалась теплее. По поводу, друзья, о, опустилось 24 градуса. Смотрите, а только доторкнулся до датчика пальцем, он сразу на 25 перескочил. Ладно, пускай еще поплавает. Походу, все-таки 24 градуса водичка. Так вот, вчера, ну, вода была примерно такая же. Кстати, по поводу любителей рифа и тех, кто... Ну, не едут в Хургаду из-за того, что нету рифа. Ребят, риф есть, но его нужно знать, в каких отелях он есть. Конечно, эти все моменты, то есть всю специфику курорта, как отдыхать в Хургаде, вы получите в других моих видео. То есть будут лучшие отели вообще по качеству, какие отели имеют домашний риф. То есть вы сможете поехать в отель в Хургаде и тоже поплавать, посмотреть рыбок, посмотреть риф. Да, это может быть не самый крутой, который существует вообще как бы в Красном море, ну, по сравнению с Шарм-эль-Шейхом. Но вполне достаточно нормальные рифы можно посмотреть и в Хургаде. Так, смотрите, 24 градуса. 24 градуса водичка в Красном море в ноябре месяце, 2021 год. Сейчас она стала 25, вернем назад, потому что опять до датчика коснулся, он сразу на 1 градус добавляет температуру. Вот. 24 градуса, показываю еще раз, друзья. Запомните этот показатель. Ну, я думаю, зимой она будет, может быть, чуть-чуть на 1-2 градуса, может быть, ниже, но я думаю, что, в принципе, ниже 22 она не опустится. Вообще говорят, что если ниже 22 опускается, по-моему, 22, то вымирает коралловый риф. Насколько это точная информация, друзья, ну, это все относительно, поэтому тут я не могу ни утверждать, ни отрицать. Это должны делать специалисты, то есть, которые изучают реально как бы подводный мир и обитателей подводного мира в научных работах, друзья. А не то, что вы там где-то на заборе в интернете увидели, что вот если температура опустилась, все умрет. Температура опускалась ниже 22, ниже 20 и даже, по-моему, до 18 в некоторые зимние месяца доходила. Ну, это я делал замеры в Шарм-эль-Шейхе. А тут, в Хургаде, ну, мы тоже все сделаем, правда, не в самую зиму. Возможно, еще приеду и в январе, в феврале, посмотрим, что будет по возможности для того, чтобы все эти эксперименты вам показать, и чтобы вы были в курсе самой подробной и важной и полезной информации, если вы собираетесь на отдых в Египте. В общем, давайте теперь протестируем обычный термометр и что покажет этот термометр. И первое, что я вам показываю с помощью обычного термометра, это температура воздуха. То есть какая сейчас температура воздуха на солнышке. Этот термометр простоял минут 15 тут на солнышке. И сейчас мы узнаем, что же мы имеем на солнце. А на солнце, друзья, мы имеем 34 градуса. И это без водички. 34 градуса, ну, это нормально, конечно. Но когда ветерок, то... Вообще, жара абсолютно никак не чувствуется. Даже, можно сказать, такой вот немножко прохладный момент ощущается больше, чем жара. Друзья, и дальше вот мы сейчас заходим с этим обычным термометром в водичку и будем мерять на обычный термометр. Да, это немножко займет времени, дольше, чем на электронном, но я думаю, лучше сделать контрольный замер. Так, мы его будем держать за веревочку. И смотрите, значит, еще в двух словах по ветренности, что я хотел сказать. В том, что есть отели с лагунами, ну, с, условно говоря, бухтами. Особенно это касается Хургады. Так, время сейчас засечем. 11 часов 40 минут. Я думаю, минуты 4 он поплавает, ему будет достаточно. Так вот, по поводу лагун. В лагуне ветер реально чувствуется, ну,
его вообще практически нет. Вот мы в отеле с лагуной, отель называется Mirage Bay 4 звезды, это очень экономная четверка. Почему экономная, это вы узнаете в видеообзоре этого отеля, друзья. Там я все подробно покажу и расскажу вам все моменты и нюансы, и детали этого отеля. Но отель реально стоящий для того, чтобы ехать на отдых. Правда, не для каждого туриста он подойдет. Ну, кому он подойдет, я это все расскажу и покажу. Так вот, у него пляж с лагуной. Сейчас мы находимся на внешней стороне пляжа. То есть та часть, которая, ну, выходит в открытое море. То есть вот, смотрите, видите, это вот сейчас вам видно открытое море. А есть часть пляжа, которая находится в лагуне. Так вот, там именно, когда находишься в лагуне, ветер, ну, практически не чувствуется. То есть тут ветер достаточно сильный. Он очень хорошо дует на внешней стороне этого пляжа, а во внутри лагуны, то есть он вообще нормально, как бы, ну да, ветерок тоже присутствует, но гораздо слабее, чем на этой внешней стороне. То есть если мы берем, например, Шарм-эль-Шейх, вот есть безветренные бухты, то в принципе вот в Хургаде есть тоже такие отели с лагунами, где ветер в самой лагуне будет чувствоваться минимально. Это, конечно, тоже все относительно, потому что бывают песчаные бури и тому подобное. То есть могут быть нестандартные какие-то условия. Но при обычной ветренности, та, которая есть в Хургаде, именно в лагуне будет это все ощущаться намного комфортнее, то есть относительно ветра. Так, а ну сколько время? 11:43, ну еще одна минутка. Пускай плавает. И касательно кораллового рифа, друзья, тоже. Кто боится ехать в Хургаду, что он не найдет, не увидит коралловый риф, это тоже все как бы мифы. То есть в Хургаде тоже есть коралловый риф. Конечно, не такой интересный, не такой красивый, но он тоже есть. И я вам это все тоже расскажу и покажу в других моих обзорах на моем канале. То есть все отели, которые имеют рифы, я вам покажу, расскажу, и вы тоже будете знать, какой вам отель подойдет, если вы все-таки едете в Хургаду с надеждой увидеть более-менее нормальный коралловый риф. Так, сейчас смотрим время еще раз. Так, 44 минуты. И смотрим температуру. А температуру нам показал... значит, температура 23 градуса показал обычный термометр. Друзья, все, мы разобрались с температурой водички в море на открытой внешней стороне пляжа. То есть не в лагуне. Я думаю, если получится, то я вам сделаю замер температуры и в лагуне. То есть какая же температура водички в самой лагуне. Потому что тут море немножко волнит. То есть это очень-очень немножко. Это очень не сильно. А в лагуне море спокойнее. То есть теоретически есть вероятность, что там температура водички может быть выше. Но если будет время, то, конечно, я это все сделаю в другом видео на моем канале. На этом все, друзья. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. И, либо, если вы можете поделиться какой-то полезной информацией, тоже пишите все в комментариях под этим видео. С вами был Владимир Шемет. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе самой важной и полезной информации по отдыху. И особенно в Египте. До новых встреч, друзья. Пока-пока.